Дорогая Вера Анатольевна, мы находимся на сцене Росдрама, в декорациях спектакля «Все мои сыновья», пожалуй, лучшего нашего спектакля. И поэтому поздравляем вас, лучшего министра культуры, замечательного человека, прекрасную женщину. Я искренне благодарю вас за поддержку нашего театра, за то, что вы делаете для развития культуры Абхазии. И хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ваших благих делах на благо нашей страны. А думаю, сейчас ко мне присоединится коллектив нашего театра, чтобы мы все вместе от всей души поздравили вас. С днем рождения!